Так, ну что ж, я всех приветствую. Сделаем еще заходик минут на 30-40, как пойдет, пока меня не дернут, соответственно, там дела делюганские и так далее. Окей. Я только начал, там уже какой-то диалог сразу пошел, так что вперед. А, она спросила, типа, не занят ли я и хочу ли я поговорить. Я думал, что сейчас она сразу же начнет болтать, а она, типа, это... дождется меня. Ну, давай. Ты многому научился после браки. Но этот путь далеко не окончен. Знай, впереди тебя ждут сложные испытания. Я справлюсь. Я знаю, что ты сможешь. Я этого не отрицаю. Я знаю, что делать. Мне не впервой. Кэл, даже самые сильные джедаи... Я не Трилла. Я не сдамся. Конечно, нет. Я этого не говорила. Тебе не обязательно что-то говорить. Все в порядке, Цере. Правда. Будь осторожен, Кэл. Это все. Еще что-нибудь? Эй, знаю, мы не в ладах, но могу я с тобой кое-что обсудить? Нужна помощь. Я слушаю. Я восстановил связь с силой, но мне что-то мешает. Как думаешь, что? Когда я открываюсь, вижу мастера Топала. И при этом ты продолжаешь укреплять связь с силой. Знаешь, о чем это говорит? Что я сам себе худший враг? Что ты должен принять свои эмоции. Тебе нужно время. Цере. Спасибо. Я это ценю. Все? Еще что-нибудь? Я ничего не знаю о Датамире. Это совсем не удивительно. Большую часть я узнала от Кордовы. У него были свои причины побывать здесь. Похоже на то. Здесь все равно опасно. Будь осторожен, Кэл. Поговорим позже. Окей, ладно, благодарю за инфу. Так, а чё, я думал, на эту штуку запрыгнуть можно. А чё мне тогда делать? Ну, мне на неё и надо. А чё с тобой делать-то? Может, здесь какой-нибудь проход есть? Ага, вот, окей. Я думал, там по этой горочке можно будет спуститься. Но нет, так нет. Хорошо, что мы там не стояли. Это что за зверь? Выглядит не очень дружелюбно. Так, пусть пока погуляет этот зверь. Я тоже погуляю. Надо осмотреться. Че увидел? Что там? Беди. Оу. Погребальные коконы. Погребальные коконы играли ключевую роль в похоронном обряде сестер ночи. Подготовка всех компонентов кокона была очень кропотливой. Саван трижды стирали в магических водах. Стебель плели вручную, произнося при этом заклинание защиты, а тело омывали ароматными маслами. Ух ты, взрывается. Паук Смертоспин. Может издалека плеваться ядовитой слюной. После смерти выделяет ядовитую кислоту. Жуткий ядовитый паук Смертоспин. Серьезный противник, с которым стоит считаться. Чаще всего он живет в норах. Паук Смертоспин очень быстро бегает и крапкается. В бою может плеваться ядовитой слюной на добрые 12 метров. Это существо опасно и после смерти, ведь из его тела выделяется крайне едкая ядовитая кислота. Окей. Что он увидел? Не отставай! Гидраатис произрастает в сухих каменистых районах. Тычиночные нити гидраатиса фильтруют проходящий сквозь них воздух, очищая его от пыли и бактерий, а затем смыкаются, чтобы удержать чистый воздух внутри, для создания влажной среды, из которой растение получает наибольшее количество воды, необходимое ему для выживания.
Ну ладно, пусть растет. Бля. Напоследок мне еще всыпало. Можно с ним беги. Хорошая работа. Ну, давай просканируем эту тварь. Малый Найда. Ключевое слово малый. Свирепый и злобный противник. Делайте ставку. Делает ставку на мощную защиту. А, делайте, это совет. Можно отбиться, парировав несколько ударов подряд. Малый Найдек права. Блять. Проворный и агрессивный сверххищник, прозванный в легендах бичом Датамира. Он известен тем, что никогда не оставляет свою добычу в покое. Мощные лапы позволяют малому Найдеку стремительно двигаться и практически в любых условиях, что зачастую становится неприятным сюрпризом для его жертв. Этот хищник представляет угрозу практически для любой формы жизни. Окей. Хер с ним. Блин, тут что-то... Во столько мест можно сразу пойти. Тут заперто. Прям не знаю, куда мне идти даже. Вернусь, наверное, к той пещере, где мы паучка встретили. Прыжок и еще вот так. Не каждый, кстати, из них взрывается по итогу. Вот что я заметил. Так, там наверху всякие побегушки есть. Ну, вот, соответственно, я нашел, как забраться повыше. Ать. У костра сидел, глядите-ка. Как мне туда забраться-то, ничего непонятно. Вижу. Шунас лалам дэни телориолей. Сестра ночи. Тренируется. Сестры ночи годами собирались здесь, чтобы практиковаться в магии, пока их не уничтожили. Нормально, я прыгал вперед, а отлетел назад. Я хотел сбить эту штуку, но ладно. Ага, вот сюда. О, там было что-то интересное. Явин Прайм. Новая тема для беды. Ну, короткий путь. Окей, ладно. Чё увидел? Данные отсутствуют. Внешний вид не предполагает ничего хорошего. Ну хорошо, не предполагает, так не предполагает.
А, это вот, кстати, путь-то я понял, который я пытался запрыгнуть. Ух ты. Беди, нужна твоя помощь. Эй, Беди, что это? Есть! Давай-ка посмотрим. Новый эмиттер. Ну, пусть будет. Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но вдруг ты мне поможешь. Я... Постой. Я тебе не враг. По твоим действиям не Стой, похоже. Погоди, я же не... Ваши! Так, сестра ночи, владеющая могущественной магией, угрожала Кэллоу на Датамире. Неизвестно, как ей удалось избежать участия своего шабаша, уничтоженного... А, неизвестно, как ей удалось избежать участи своего шабаша, уничтоженного в бойне. Однако, ее ненависть к незваным гостям очевидна. Сестра ночи немедленно определяет в Кэлле угрозу и приказывает братьям ночи атаковать его. Меня это не остановит! Не давать ему двигаться! Пора это заканчивать! Тебе не скрыть свои слабости! Ай-ай! Давай просканируем этих товарищей. Умелый и проворный соперник. Делайте акцент на оборону и тщательно планируйте атаки. Атаку сверху нельзя блокировать, уклоняйтесь. Братья Ночи – воины за браки с Датамира. Веками во главе их примитивного общества стояли сестры Ночи, управляющие всей планетой ведьм, которые были практически полностью истреблены во время войн клонов. Братья Ночи ревностно защищают свою территорию и не терпят чужаков. В бою они делают ставки на скорость и акробатические приемы и в целом владеют широким арсеналом боевых искусств. Да? Дай взглянуть. Понятно. Так, мы когда сюда зашли, Беди попытался посмотреть на какие-то символы. Ну, где они, что тут я не понимаю. А, на эти, вот, да-да-да. Так, ну... Давайте помедитируем. Хотя, я думаю, нет, здесь я медитировать пока не буду. Я потому что вернусь назад еще. Там, если я вернусь назад, все еще восстановятся. Стой! Только скакать и умеешь! Убить нарушителя! Бегом на него! Офигеть! Я чудом выжил. Еще, братья ночи. Я отомщу за своих братьев. Истекай кровью, джедай! Нашел что-нибудь? Сейчас усилим меч однозначно. Лучник братьев ночи.
Заряженные выстрелы из энергетического лука нельзя блокировать, уклоняйтесь. Можно отклонять и отражать обычные выстрелы из энергетического лука. Братья Ночи — сообщество воинов-забраков с Датамира. Веками они сохраняли верность сестрам Ночи, могучим ведьмам, которые правили целой планетой, но были практически полностью истреблены во время войн клонов. Братья Ночи не терпят чужаков, это умелые воины, которые владеют самыми разными типами оружия. Среди них можно встретить тех, кто превосходно обращается с энергетическим луком. Так, ладно, я усилю меч. Так, увеличивает урон, наносимый световым мечом. А, я не могу это вкачать, пока вот это не вкачаю. Выполнение атаки с задержкой после взмаха световым позволяет Кэллу совершить особую атаку с увеличенной дистанцией поражения. Ну, давайте. Ну, вот, а следующее вот это будет штукенция. Хе-хе. Ладно, хоть эта покупка была не очень дорогая. Блять. О, глядите-ка, не зря. Ща. Еще один взмах. Вот так вот. Что у нас здесь? Сестра Ночи выжила. Что-то в ней кажется знакомым. Сестра Ночи пережила ужасную бойню. Она была одна и напугана, все ее сестры погибли. Ну, это, наверное, вон та самая. Понятно. Дверь закрыта с другой стороны. Так, окей, возвращаемся сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Ага, я понял. Пам-пам. Я их что, задавил? А, ну да, глядите-ка, я их ящиком в натуре въебал. Ха-ха! Ну и ладно, ну и заебись. Так, тут воспоминания. О. Здесь кто-то был. Чужак, не с этой планеты. Не брат Ночи, я ощущаю нечто знакомое. Ага. Морда джедайская. А здесь что? Здесь вперед пройти. Ну, понятно, здесь походу просто вариант захода. Чё, тварь поганая, а? Выручай, беги! Да, это ведет. Ну-ка. М-м-м.
Мда. Мда, понятно. Занимательно. Очень. Прям вообще вот тут просто от души красавцы. Левел дизайн просто от бога. Окей, ладно. Приму это как данность. Че увидел? О, цветочек. Хорошая работа. Гриблики. Ебать. Гриблики являются неотъемлемыми компонентом чернил, которые сестры и братья ночи используют для нанесения татуировок. Стручки грибликов варят до тех пор, пока они не превратятся в густую желтоватую массу. Затем к ним подмешивается глина, пепел или другие пигменты, чтобы улучшить нужный цвет. Гриблики, блять. Ну и название. Ну, забавное, конечно, все же. Блядь! О! Ну-ка, я, кажется, понял. Или нет? Наверное, не понял. Так, это мы пришли, да, это я понял, куда мы пришли, тут мы уже были. Ну, кажись, я все-таки эту первоначальную локацию исследовал. Вон, опять бочком удалось прыгнуть, я все как бы не всем понимаю, как у меня это выходит. Ну, видимо, это как-то адаптивное, в лестницах застрял. Ну, походу, здесь все, нечего больше здесь делать. Спасибо. Хотя вон туда бы я еще заглянул. А, это, понятно. Это понятно, нечего там делать. Вот так. Но я-то еще все равно поисследую. Тут посмотрю, что есть интересного. Ну, вроде бы... Все. Ну да. Тут я вроде бы все осмотрел. Пока в целом достаточно линейно тут движемся. Блин, с братьями ночи драться снова. Просто в противном случае я на одном стиме не дойду дальше. Хотя они мне сейчас опять меня с одним стимом оставят. Под нами, братья! Тебе не победить! Брат! Нет! Ебать! Ебать! Улетай! Отправили в полет хулигана. В теории я до этой штуки-то могу, наверное, даже допрыгнуть. Хотя, не, наверное, не могу, не буду пробовать. Дверь закрыта с другой стороны. Так, подождите, я тут ништяк, короче, же видел. Отвечаю. А, ну да, это он. Это, видимо, там выход с балкона, надо сейчас повнимательнее будет пройти, видишь. Поймем, как там пройти. Так, или не здесь. Ох, ё! Ничто! Твое поражение, блядь! Сосать! Так, там лучник.
остановит! Больше ты никого не убьешь из моих братьев! Как? Ну, тебя убил. Бля. Беги, сюда! Вот и все. Что у нас здесь? Чудесно. Нужно проверить, верно? В чудесном сундучке, да, в чудесном. Посмотрим, что ты нашел. Гонщик, ну-ка, даже посмотрю. Ебать, вы только посмотрите на эту прелесть. Вот это я поставлю, вот это ебовое, понимаю, вот это охуительно. Пацаны, а может вы хотите ко мне, блять? Ай, ай. Ща, я соображу, подожди. Не стреляй. Не терять бдительности. Класс. Я понял. Сука. По ней пробежать надо. Что это за... Бля! Вы чё, хуели? Братья! Готовься к смерти, чужак! Попрощайся с жизнью! Блин, можно вот... Можно с ним, беги! Что-то нормально, отличная работа. Затупил с этими товарищами. А, во, глядите, я на уровень выше поднялся, однако ж. Однако ж. Ай-яй. Детские пауки как меня задолбали своими жоповзрывами, а? Нужно проверить, верно? Посмотрим, что ты нашел. Магус. Переключатель светового меча. О. Короткий путь. Замечательно. Они, кстати, закрываются. Ать. Опа. А, славный странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой Ночь и даже как-то выжил. О, световой меч, нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас, мертвых философов. Изучаешь сестер ночи? О, я изучаю всякое. Да, та сестра ночи. Она была мала, когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. Чё
Чужаки. После приземления на Датамире Кэл и Биди встречают сестру Ночи, которая требует от них немедленно покинуть планету. Получив отказ, она приказывает братьям Ночи атаковать их. Ускользнув от нападающих, Кэл и Биди-1 наталкиваются на странника, который заявляет, что занимается изучением руин Зеффа. Кто он и что стало с сестрами Ночи, еще только предстоит узнать. И долго ты уже здесь? Достаточно. Этот мир даровал мне веру, когда я в ней нуждался. Убежище, когда я был слаб. Просветление, когда я блуждал во тьме. Ясно. Откуда ты столько знаешь о сестрах Ночи? Наблюдательность. Я многое повидал, оказавшись здесь. Это что значит? А должно что-то значить? Слишком много великих умов сгубила погоня за порядком. Мне пора идти. Помни о риске. Никогда не знаешь, что преподнесет тебе Датамир. Понятно. Так, это если бы я не перепрыгнул, да? Ну, там есть, кстати, спуск один интересный. Опа. Да я считаю, мой меч так идеален. Ничего более ему не требуется. Так, и куда нас это приведет, интересно. Опаньки, глядите-ка. А, кто бы мог подумать. Кого-то привлекло скрытое здесь. Энергия руин? Кто-то направлялся к руинам. Я ощутил древний зов темной энергии. Ага. Судя по всему, этот незнакомец и есть странник. Ну, возможно, конечно, это еще не факт, но... Такой домысел напрашивается вообще с ровного места, как по мне. Хм. А я не разобьюсь? Сука! Спасибо. Охуительное спасибо. Ну, видимо, этот лифт его нас доставит сюда потом, снизу. Джедай наверху! Беги, Стим! Сразись со мной, трос! Я должен убить этого чужака! До свидания. Залезть можно, но со снаряжением. Умри! Гниешь на болотах! Понятно, и теперь нам нужно с самого низа выбраться. Фак, чуть не упал. Ну, слов нет. Одни эмоции. Да вы чё, гоните, что ли? Так, все, на максимальном контроле едем просто. У нас все же получилось. Не говори, блин. А ты умеешь развлекаться. Ага.
А, блядь, шнурок этот не увидел совсем. Он сливается с местностью. Ты. Опа. Так, ладненько, ребятки, я на этом предлагаю серию закончить, потому что мне уже пора собираться. Я просто думаю, что если я пойду, ну, как меня еще не торопят, но как бы то ни было, если я пойду до следующей точки, то это еще минута 15, я вот боюсь уже как раз таки не успеть. Так что я благодарю вас всех за просмотр, мы увидимся в следующей серии, всем пока-пока.